Здравствуйте. Знание истории – это сила. Сила истории – это факты. Знание фактов прошлого – это власть над будущим. В эфире телевизионный исторический журнал «Власть факта». Смотрите в программе «Откуда взялся дядя Сэм?» 1812 год по-американски. Первая советско-финская. История незнаменитой войны. 30 боевых дней и одна маленькая победоносная война. Как будто это я лежу, примерший маленький убитый, на той войне незнаменитой, забытый маленький лежу. Эти строки в 1943 году написал поэт Александр Твардовский, вспоминая, как военкором в 40-м году видел тело молодого парнишки, лежащее на финском льду. С легкой руки поэта советско-финскую или зимнюю войну 1939-40 годов стали называть незнаменитой. Термин оказался настолько удачным, что сегодня его применяют и к другим воинам, о которых по разным причинам не любят вспоминать. События и факты из истории незнаменитых войн в рубрике «Обратный отчет». «1916 год. Отряды мексиканских повстанцев под предводительством Панчо Вилли нападают на американский городок Колумбус. 19 мирных жителей были убиты. Правительство США отправляет против Вилли отряды быстрого реагирования. Они оттесняют повстанцев к границам Мексики. Это был единственный случай военного вторжения на территорию США из соседней страны». 1911 год. Италия нападает на Османскую Турцию, захватывает ее владения в Ливии и часть острова Родос. 23 октября 1911 года итальянский пилот впервые в мире совершил разведывательный полет над турецкими линиями фронта. А 1 ноября была проведена первая в мире бомбардировка. Итальянский самолет сбросил бомбу на турецкий отряд в Ливии. Мир увидел, как достижение технического прогресса можно использовать в военных целях. 1474 год. Армия швейцарцев, союзников Франции в войнах с Бургундией, осадила вражескую крепость Гирикур. Бургундское войско было разбито. Швейцарцы не рассчитывали на выкуп за пленных и сбрасывали их в пропасти. Герцог бургундский Карл Смелый срочно заключил мир с Францией и бросил все силы против швейцарцев. Война продолжалась 3 года с переменным успехом и беспримерной жестокостью с обеих сторон. В 1477 году Карл был убит в сражении. Ему так и не удалось создать сильное государство, которое смогло бы на равных противостоять королевской Франции. История Западной Европы пошла совсем другим путем. 1918. В американской истории войн было предостаточно. Речь даже не о вооруженных конфликтах с индейцами, не о гражданской войне, не о войнах в Корее и Вьетнаме. За свою историю Штаты воевали с англичанами, французами, африканскими пиратами, испанцами, мексиканцами и даже с канадцами, что вообще-то трудно себе представить. Ведь более теплых и добрососедских отношений в современном мире, кажется, не бывает. Тем не менее, в 1812 году, воспользовавшись наполеоновскими войнами, американцы подступили к канадским границам. В июне 1812 года из Лондона в Вашингтон отправился корабль. Он вез хорошую новость. Англия отменила блокаду Франции. Это означало, что теперь американские купцы могут свободно торговать по обе стороны Атлантики. Но судно опоздало. Навстречу ему уже вышел другой корабль, который вез в Лондон акт о начале войны. США бросали вызов Британской империи. Основным полем битвы в этой войне стала Канада. За 9 лет до этого, в 1803 году, президент Джефферсон купил у наполеоновской администрации Западную Луизиану. Это приобретение почти удвоило территорию США и раззадорило растущие аппетиты Вашингтона. Еще с момента своего создания молодое американское государство с вожделением смотрело на северные канадские земли, которыми владела Англия. К началу 19 века в Конгрессе сформировалась милитаристская партия под названием «Военные ястребы».
она требовала немедленного разрыва отношений с Англией. Формальным поводом к войне стало вмешательство британской короны в дела американской торговли. Владычица морей установила жесткую блокаду Франции, чтобы перекрыть поставки армиям Наполеона. Англичане начали конфискацию американских торговых судов и их грузов. Всего за время блокады было арестовано более 1000 кораблей. Для США это было унижением с политической точки зрения и почти катастрофой с экономической. И Америка объявила войну Англии. Из истории американских символов. Среди тех, кто снабжал американскую армию мясом, был некто Сэмюэл Уилсон. Он отправлял партии мяса в бочках, на которых были написаны буквы US, что означало United States, Соединенные Штаты. Однажды кто-то предположил, что за этими литерами скрывается Uncle Sam, дядя Сэм Уилсон. С тех пор это имя – синоним Америки. Однако к боевым действиям США оказались не готовы. Армия располагала лишь 6000 слабо обученных солдат, а военно-морские силы насчитывали всего 20 кораблей. Многотысячные отряды территориальной милиции наотрез отказывались наступать. Их долг – охранять границу штата, а не переходить ее. Для защиты канадских провинций англичане держали 7000 солдат регулярной армии. А в 1814 году, когда с Наполеоном, казалось, было покончено, британцы отправили в Америку ветеранов, закаленных в наполеоновских войнах. Кроме того, англичане заключили союз с индейскими племенами, и американская кампания покорения Канады провалилась. Американцы терпели одно сокрушительное поражение за другим. 24 августа 1814 года английский генерал Роберт Росс ввел войска в Вашингтон. Правительство спешно бежало в Вирджинию. Росс приказал сжечь все правительственные здания, в том числе Капитолий. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на жилые кварталы. Вашингтон сгорел дотла. Казалось, поражение американцев было неизбежно. Из истории американских символов. Во время осады города Балтимор гражданин США Фрэнсис Скотт Ки попал к англичанам. С корабля противника он наблюдал за бомбардировкой форта МакГенри, который занимала американская артиллерия. Надежд на победу американцев почти не оставалось. И вдруг Фрэнсис с изумлением увидел над разрушенными укреплениями звездно-полосатый флаг. В тот же день он сочинил стихи, усеянные звездами знамя. Впоследствии эти слова были положены на мотив старинной песни. В 1931 году она была признана национальным гимном США. Огонь американской артиллерии из форта МакГенри заставил британцев отступить, и Балтимор был спасен. В это же время американцы разбили английскую эскадру в бухте Плацбурга. Десятитысячная британская армия лишилась поддержки флота. Ей пришлось отойти назад в Канаду. 24 декабря 1814 года после долгих переговоров в бельгийском городе Генте был подписан мирный договор. Согласно этому документу, восстанавливалось довоенное положение дел. Американцы не получили канадских владений, но отстояли статус суверенной державы. А две недели спустя произошел инцидент, который мог перечеркнуть генский мир. Американский генерал и будущий президент Эндрю Джексон разгромил англичан под Новым Орлеаном. Британский генерал Пакенхэм вел сражение по всем правилам военного искусства. Однако чуждые военной теории американцы не дали англичанам начать сражение и расстреляли противника из пушек. Пакенхэм и около 1000 его солдат были убиты. Потери американцев составили 8 убитых и 13 раненых. Однако Англия, утомленная трехлетней вознёй с бывшей колонией, сдержанно проглотила пилюлю. Решено было боевые действия не возобновлять. Для американцев эта военная кампания – предмет национальной гордости. Вторая война за независимость, подарившая стране национальные символы. Официальный – гимн, и неофициальный – дядю Сэм. Англичане
а вместе с ними и европейцы, наоборот, постарались забыть эту войну как досадное недоразумение. В истории России были свои незнаменитые войны, тем не менее оказавшие огромное влияние на нашу историю. Об одной из таких войн мы будем говорить сегодня с доктором исторических наук, профессором исторического факультета МГУ Николаем Сергеевичем Борисовым. Здравствуйте, Николай Сергеевич. Добрый день. И говорить мы будем о войне Москвы и Великого Новгорода. Даже не об одной войне, а целой серии этих войн в 15 веке. Но прежде чем подойти к 15 веку, давайте немножко осветим историю вопроса. Ну, действительно, борьба с Новгородом проходит через три века нашей средневековой истории. Собственно, начиная с возникновения Новгородской Боярской Республики со 136 года, 1136, значит, постоянно у Новгорода военные конфликты с Северо-Восточной Русью, иногда проблемы были на других направлениях, но вот борьба северо-восточных князей с Новгородом — это, можно сказать, сквозная тема нашей средневековой истории. Почему же они боролись, почему они не могли мирно сосуществовать? Новгород обладал огромным экономическим потенциалом. Он, проще говоря, он был богат. То есть новгородское боярство так сумело поставить свое хозяйство, что Новгород был богат. И вот наши северо-восточные князья, которые постоянно были в нищете и должны были платить огромные деньги в Орду для того, чтобы сохранить свою власть, как-то прибавить что-то, конечно, им катастрофически нужны были деньги. И вот они всеми средствами старались из Новгорода эти деньги выжить. Так что, прежде всего, это борьба за деньги. Но я бы хотел подчеркнуть такую вещь, что вообще Москва в своих отношениях с Новгородом действовала очень осторожно. Дело в том, что покорение Новгорода — это был вопрос, ну, я бы сказал, геополитический. И вот московские князья, кстати, очень хорошие политики, так потомственно хорошие политики, они, просчитывая ситуацию, приходили к выводу, что нельзя им завоевывать Новгород, что они его еще не переварят, не удержат. И когда Иван III начал этот процесс покорения Новгорода окончательный, он действовал очень медленно. Вы знаете, он шел вот как человек, который идет по тонкому льду. То есть делает шаг, останавливается, делает шаг, останавливается. Хотя уже после битвы на Шелоне ясно было, что военный потенциал Новгорода для Москвы не проблема. Давайте тогда обозначим вот основные вехи, что происходило в этой самой битве при Шелоне и какие были следующие военные именно противостояния. Иван III потребовал помощи, как обычно они это делали, к Литве, королю Казимиру, который одновременно был и польским королем, и великим князем литовским. Казимир, как обычно, пообещал им помощь, но ситуация была такова, что помощи этой он реально не предоставил. И вот тогда, летом 1471 года, из сферы дипломатических препирательств вопрос перешел в военную. Иван очень точно высчитал момент, когда можно было нанести удар. И вот московская армия пошла на Новгород летом 1471 года. Причем это был большой риск, потому что летом новгородские леса, болота были труднопроходимы. Обычно с Новгородом воевали зимой. А здесь Иван III решил рискнуть, и ему повезло. То есть стояло очень сухое лето. И благодаря этому московские войска благополучно, значит, дошли до Ильменя. И вот там блестящий совершенно был полководец, князь Данил Дмитриевич Холмский, лучший полководец Ивана III. И он с небольшим отрядом, в сущности, 5000 воинов у него было. А сам Иван остался сзади, в тылу, как это обычно он делал. И вот Холмский пошел вперед. И дальше, как известно, на берегах реки Шелони он неожиданно столкнулся с большим новгородским войском. Превосходящим по численности? Конечно. 40 тысяч летопись говорит. Ну, летописи имеют склонность к преувеличению, но думаю, что 1020 их точно было. И вот Холмский сначала просто опешил, потому что увидел большое войско. Но это был храбрый полководец. В нем было что-то такое, знаете, суворовское, такое немножко авантюристическое, в хорошем смысле этого слова. И он приказал своим войскам переправляться через Шелонь. Нашли брод с стремительной атакой. Они переправились на ту сторону и разгромили новгородское войско. И после уже Иван начал переговоры с Новгородом. Новгородцы заключили с Москвой Коростынский мир, по которому самостоятельность Новгорода еще больше была урезана. Некоторые историки пишут, что в результате битвы московские войска захватили большое количество пленных, которым была применена жесточайшая расправа. Да, это действительно так. Холмский приказал самим же пленным новгородцам под страхом смерти своим новгородским, так сказать, согражданам отрезать уши, отрезать носы, отрезать языки.
И вот в таком обезображенном виде их отпускали в Новгород, чтобы они шли и все видели, вот что будет с тобой, если ты выступишь против Москвы. Новгородскую верхушку, взятую в плен в битве на Шелоне, конечно, Холмский не посмел вот таким образом им уши отрезать, а он их отправил к Ивану Третьему, который в виде такого главнокомандующего находился в это время в Старой Руси. И вот когда пригнали туда новгородских бояр, вот здесь Иван Третий тоже неожиданно для многих отдал распоряжение их казнить. Казнить новгородских бояр – это был шок, потому что раньше пленных бояр всегда, понимаете, обменивали, продавали, можно сказать, чтобы родственники вносили выкуп и их отпускали. Может быть, как раз после этой расправы, как мы знаем, Иван Третий получил прозвище Грозный, ведь изначально Грозным был именно Иван Третий, а не Иван Грозный. Иван IV. Да, да, вы знаете, это верно. Вообще, я считаю, что Иван III – это фигура недооцененная в нашей истории, потому что действительно это был великий правитель, и он как бы скрыт за Иваном Грозным. Что произошло в Новгороде после битвы при Шелоне? Какова была реакция города, горожан на жестокости московского правителя? Происходило страшное обострение конфликтов внутри города. И никакого единого ответа на это поражение Новгород дать не смог. То есть никакой консолидации, никакого, знаете, взрыва патриотизма мы не наблюдаем. А наблюдаем, наоборот, ну, раздрай, так сказать. И поэтому Иван смог еще раз потом удар нанести, когда он поход совершил 475-476 года на Новгород. Ну и, наконец, окончательное присоединение уже зимой с 77 на 78 год. То есть, можно сказать, что в 78 году политическая самостоятельность, да, и такая политическая единица, как Новгородская республика, закончила свое существование. Да, именно так. Какое же значение имело окончательное поражение Новгорода в борьбе с Москвой для нашей истории? Ну, значение это, я бы сказал, было двояким. С точки зрения истории России в целом, присоединение Новгорода, покорение Новгорода стало огромным шагом вперед в создании московского государства. То есть это был очень большой рывок вперед, основываясь на подчинении Новгорода. Иван III собирает уже потом остатки, присоединяется Тверское княжество, Вятка. И, в общем, к концу 15 века мы видим практически единое российское государство. Что касается второго аспекта, то, конечно, вот эта новгородская свобода, новгородская вольность, там, условно говоря, новгородская демократия вечевая, она превратилась с этого времени из реальности в такой, знаете, светлый миф русского средневековья, на который мы постоянно оглядываемся. Декабристы об этом говорили, что вот как хорошо-то у нас, свобода-то была у нас в России, но потом вот цари ее отняли. Конечно, это во многом миф, но это светлый миф, и мы должны им дорожить. Спасибо большое. О незнаменитых войнах Москвы и Великого Новгорода и об окончательном присоединении Новгородского княжества к Москве мы говорили с доктором исторических наук, профессором исторического факультета МГУ Николаем Сергеевичем Борисовым. И еще об одном вооруженном противостоянии. Все мы знаем про Северную войну со Швецией. Казалось бы, после Ништадтского мира 1721 года конфликт был исчерпан. Но ничуть не бывало. После этого Россия воевала со шведами еще трижды. Об этих незнаменитых войнах в рубрике «Только факт», без комментариев. Война 1741-43 годов развязана Швецией, поддержана Францией. Цель – вернуть территории, утраченные после Северной войны. Война закончилась 18 августа 1743 года подписанием Обостского мирного договора. Граница отодвинулась до реки Кюмене в пользу России. Война 1788-90 годов развязана Швецией с целью возвращения территорий. Главные силы России тогда были брошены на войну с Турцией. Наступление шведов остановлено войсками генерал-аншефа Мусина-Пушкина. Окончилось в 1790 году. Согласно Верельскому договору, сохранялись довоенные границы. Война 1808-09 годов развязана Швецией. Цель – вернуть Восточную Финляндию. В ходе войны войска Багратиона и Барклая де Толли впервые совершили переход по льду. Закончилось в сентябре 1809 года. Был подписан Фридрихсгамский договор. Финляндия перешла в вечное владение России. В романе современного писателя Арсена Ревазова есть такой эпизод. Один приятель попросил другого навскидку назвать самое мирное десятилетие 20 века.
Тот ответил: 20-е годы. Действительно, крупные известные конфликты того периода на ум не приходят. Однако затем писатель приводит хронологическую таблицу на 3 страницы мелким шрифтом с перечислением войн и восстаний, происходивших в мире в это мирное десятилетие. Однако даже этот перечень нельзя признать полным. Например, в нем отсутствует Первая советско-финская война, еще более незнаменитая, чем зимняя. Лето 1919 года. Гражданская война в России в самом разгаре. Только что возникшее советское государство окружено цепью фронтов. Неожиданно к ним добавился еще один. Развернулись тяжелые бои в болотистых лесах Карелии. Так еще одна молодая республика Финляндия начала первую в своей истории войну – советско-финскую. С 1809 года Финляндия входила в состав Российской империи. С начала 20 века финское правительство безуспешно пыталось добиться независимости. Временное правительство стояло на позициях сохранения единого государства. Однако приход к власти большевиков в корне изменил ситуацию. Петроград, Смольный. 31 декабря 1917 года. 23 часа 45 минут. В полном согласии с принципами права нации на самоопределение признать государственную независимость Финляндской республики. Из постановления Совета народных комиссаров. В Финляндии в это время шла гражданская война. Только что созданная финская Красная гвардия вела наступление на буржуазное правительство Пера Эвинда Свинкувуда. Однако уже к концу зимы она была разбита. Правительственные части направились к прежней русско-финской границе. Главком финской армии генерал Карл Густав Маннергейм в ножны, пока не будет освобождена от большевиков Восточная Карелия. Эта территория никогда не принадлежала финнам, но без нее рушилась их мечта о Великой Финляндии от Баренцева моря до Балтики. Весной 18-го казалось, что эта мечта вот-вот сбудется. Финны рассчитывали на поддержку врага Советской России – Германии. Маннергейм утвердил план захвата русской территории от Белого моря до Ладоги. Однако внешнеполитическая ситуация резко изменилась. 3 марта 1918 года Германия подписала с Россией мир в Брест-Литовске. Кайзер Вильгельм II недвусмысленно дал понять финской стороне, что за ее интересы немецкие части сражаться не будут. Но отступать финнам было поздно. Их отряды были уже в 30 километрах от Петрограда. Правительству Финляндии пришлось официально объявить о начале войны с Россией. Без поддержки немецких штыков финское наступление на подступах к Петрограду было остановлено, боевые действия закончились. Германия рассматривала Советскую Россию в качестве потенциального союзника против Антанты в районе Белого моря, поэтому старалась склонить Финляндию к переговорам. Они должны были пройти в августе 18-го в Берлине. От лица советского правительства приехал министр иностранных дел Чичерин. Однако финны ни на какие уступки идти не хотели и от мира с Россией решительно отказались. 27 августа 1918 года. Берлин. Россия принимает немедленно все меры для удаления боевых сил Антанты с севера России. Германия берет на себя гарантию, что во время этих операций на русскую территорию не последует нападение Финляндии из добавочного договора к Брестскому миру. Немцы заключили добавочный договор за спиной финской делегации. Узнав об этом, финны заявили протест. Уже через месяц стало ясно, что поражение Германии в Первой мировой войне – лишь вопрос времени. Финляндия взяла новый курс на сближение с Англией и Антантой. 12 декабря 1918 года финский парламент избрал регента. Им стал Маннергейм, сторонник активной войны с Россией. 21 апреля 19-го отряды финских волонтеров и наемников, так называемая Аланецкая добровольческая армия, вторглись в Россию. Всего за несколько дней были захвачены огромные территории. В это самое время от Кондопоги наступали англо-канадские войска, а части генерала Юденича угрожали Петрограду.
положение советской власти было критическим. Весь май и июнь 19-го шли тяжелые бои. Малочисленные отряды Красной Армии сдерживали хорошо обученные и полностью экипированные финские войска. Бои велись добровольцами, коммунистами, партизанами, местными жителями. Лишь в конце июня Красная Армия перешла в наступление и вытеснила финнов за линию границы. Спустя год была взята Ухта, столица марионеточного финского правительства Северной Карелии. Финская сторона согласилась на переговоры. Тарту. Рыцарский дом. 14 октября 1920 года. Состояние войны прекращается по вступлении договора в силу. Войска РСФСР и Финляндии выводятся в течение 45 дней. Оба государства обязуются впредь поддерживать добрососедские отношения. Из Тартусского мирного договора. По этому договору Финляндия получала Западную Карелию до реки Сестра, Печенгскую область в Заполярье, западную часть полуострова Рыбачий и большую часть полуострова Среднего. В Советской России возвращались оккупированные финнами территории. Однако ни РСФСР, ни Финляндия не были довольны этими результатами. Впереди была Вторая советско-финская война 1921-1922 годов и Третья зимняя война 1939-1940. А о той первой войне обе стороны предпочли забыть, как о неудавшейся и для того, и для другого государства. Историки, если и писали о ней, то всякий раз избегали слова «война». В Советском Союзе ее называли авантюрой, в Финляндии – конфликтом. Она стала войной, которой не было. Зачастую правители, желая поднять престиж своей власти и одновременно дать войскам боевой опыт, устраивают маленькие победоносные войны. Очень часто такие войны заканчиваются плачевно. Только в истории прошлого века мы помним позор русско-японской войны и Пиррову победу в Зимней. Гораздо меньше мы знаем о другой маленькой войне, которая началась в феврале 1979 года и длилась всего месяц. 1979 год. В Китае появился новый политический лидер – Дэн Сяопин. Острая игла, упакованная в вату. Так когда-то Мао Цзэдун представил его Хрущеву. Этот коренастый человек, будущий архитектор китайских реформ, приложил руку к событиям, которые вскоре встряхнут весь мир. 1 января 1979 года между Китаем и Соединенными Штатами были восстановлены дипломатические отношения. В январе этого же года в Вашингтоне с официальным визитом находился Дэн Сяопин. Хотя прямых свидетельств нет, но по косвенным данным можно предполагать, что во время своего визита Дэн Сяопин обсуждал с американскими лидерами проблему Вьетнама и даже, возможно, заручился поддержкой со стороны Соединенных Штатов каких-либо действий против Вьетнама. Именно тогда в США Дэн Сяопин произнес роковые слова. Китай собирается преподать урок Вьетнаму. Казалось, еще недавно лидеры двух азиатских социалистических стран уверяли друг друга в братской дружбе, заявляли о единстве целей. Что же изменилось за это время? В декабре 78-го Вьетнам ввел войска в Камбоджу. Через месяц взял столицу страны Пномпень и сверг кровавый режим Пол Пота, уничтоживший более миллиона собственных жителей. В то же самое время, в ноябре 78-го, Объединенный социалистический Вьетнам заключает договор о дружбе и сотрудничестве с Советским Союзом. Все это было сильным ударом для Китая. Его лидерские позиции в Юго-Восточной Азии оказались под угрозой. К тому же вьетнамские власти выслали за пределы страны этнических китайцев, которые несколько веков занимались там торговлей. Вооруженный конфликт между двумя странами становился неизбежным. На рассвете 17 февраля 1979 года китайская армия вторглась в густые джунгли северных провинций Вьетнама.
Сопротивление оказали лишь пограничные войска и отряды местного ополчения. Основные силы вьетнамской армии в этот момент находились в Камбодже. Советский Союз открыто встал на сторону Вьетнама. Уже на второй день войны группа из 20 советников во главе с генералом армии Геннадием Абатуровым прибыла в столицу Вьетнама, Ханой. Абатуров быстро познакомился с обстановкой на фронте. Добился встречи с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама Ле Зуаном и убедил его начать срочную переброску армейского корпуса из Камбоджи на север страны, к городу Лангшон. Туда же отправился реактивный дивизион БМ-21, система залпового огня «Град». Советский Союз организует воздушный мост между странами, налаживает доставку военных и стратегических грузов во Вьетнам. Берегам Вьетнама были направлены несколько подводных лодок и несколько десятков кораблей советских военно-морских сил. И таким образом для Китая возникала угроза ведения войны на два фронта. Чего, конечно, Пекину хотелось бы избежать во что бы то ни стало. Международное напряжение нарастает. Обе державы, и СССР, и Китай, владеют ядерным оружием. Возникает риск ядерной войны. За 2,5 недели китайские войска продвигаются на 50 километров вглубь страны, захватывают около 20 населенных пунктов, входят в Лангшон. Их основным тактическим приемом была людская волна. Солдаты бежали прямо на пулеметы, рассчитывая, что у противника кончатся патроны или сдадут нерв. Но китайское наступление захлебывается. Источники сообщают, что на границе Вьетнама и Китая было сосредоточено до 600 тысяч китайских войск. Непосредственно в боевых операциях принимали участие, по разным сведениям, от 80 до 200 тысяч войск. Число погибших достигало 24 тысяч человек. И 6-8 тысяч с китайской стороны было раненых и взятых в плен. Впрочем, это данные лишь китайской стороны. Потери вьетнамцев не опубликованы до сих пор. 5 марта 1979 года во Вьетнаме объявлена всеобщая мобилизация. В тот же день Пекин заявляет об окончании войны. Военные подразделения выводятся с территории Вьетнама в середине марта. Китай утверждал, что победа осталась за ним. Вьетнамские лидеры доказывали, что наоборот. Поднебесной было нанесено серьезное поражение. Вьетнам тоже достиг своей цели, поскольку отстоял независимость, сохранил верный себе режим в Кампучии и по-прежнему мог выступать с позицией одной из ведущих держав в регионе. Хотя, возможно, и должен был умерить свои амбиции, учитывая вот эту угрозу со стороны Китая и возможность вторичного нападения со стороны Китая. После войны отношения между двумя азиатскими соседями были испорчены и оставались напряженными больше десятилетия. На границе постоянно происходили вооруженные столкновения. Потепление произошло лишь в 1991-м. Дипломатические отношения между Китаем и Вьетнамом были восстановлены, а странная 30-дневная война предана забвению. Среди незнаменитых войн были и курьезные, если это слово вообще применимо к войне. В 1969 году разразилась так называемая футбольная война между Гондурасом и Сальвадором. Поводом к войне послужило поражение сборной Гондураса от Сальвадора в отборочном этапе чемпионата мира по футболу. Несмотря на кажущийся комизм ситуации, 6 дней войны унесли жизни около 2000 человек. Другие события и факты из истории незнаменитых войн в рубрике «Точка отсчета».
1866 год. Началась стремительная война между Пруссией и Австрийской империей за преобладание в Германии. Прусские войска вторглись в Богемию. Превосходство Пруссии в артиллерии обеспечило ей победу. Условия перемирия были довольно мягкими. Австрия вышла из Германского союза, Пруссия возглавила Северогерманский союз. Через 4 года именно Пруссия станет центром объединения немецких земель в Германскую империю. 1896 год. Самая короткая война в истории человечества. Всего за 38 минут Британия покорила Занзибар. Поводом для начала войны стал дворцовый переворот, организованный немцами. Власть захватил племянник султана Занзибара Халид ибн Баргаш. Англичане предъявили Баргашу ультиматум и направили в гавань перед дворцом 5 военных кораблей. Ультиматум был отвергнут, и британцы пошли на штурм мятежного дворца. Жертвами этой короткой войны стали сотни англичан и свыше 500 солдат армии Занзибара. 1985 год. Закончилась самая длинная война в истории. Мэры Рима и Туниса подписали мирный договор. Этот документ закрепил завершение пунической войны между Римом и Карфагеном, которая началась почти 2250 лет назад и в ходе которой Карфаген был разрушен. Казалось бы, в истории есть время для мира и есть время для войны. Одно сменяет другое. Но это только если иметь в виду крупные военные кампании. Если же брать все войны вообще, и известные, и незнаменитые, то окажется, что более 90% исторического времени человечество воевало. То в одном, то в другом уголке планеты, то в нескольких сразу. Помните у Булгакова? Война начиналась, когда ангел смерти Абадонна снимал свои черные очки, глядя на какую-либо точку на глобусе Земли. История человечества показывает, что глаза страшного демона почти никогда не прикрывались очками. Такова власть факта. Смотрите в следующей программе. Уборщицы против советской власти. Смертельный танец Ригоберто Лопеса, поэт-убийца, национальный герой. Террористы сдаются полиции. 20 взрывов и 3 жертвы. Thank you.